У работников Центра детского творчества в эти предпраздничные дни горячая пора. Дед Мороз со Снегурочкой приходят в гости несколько раз в день. И на каждом утреннике яблоку негде упасть. В этом празднике участвуют дошкольники. Всего собралось более 100 человек. Костюмированное представление разработано для каждой возрастной группы детей. К этим дошколятам пришли в гости Снеговики, Баба-Яга, Леший, Черт и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Пели песни, читали стихи, играли в подвижные игры и даже кидали снежками. Нам очень нравится. Во-первых, мы посещаем танцевальную студию, потом развиваем девочек, как-то стараемся, чтобы они были у нас и пластичные, и веселые. Воспитанникам Центра детского творчества повезло вдвойне. Кроме утренников в школах и садах, им предстоит водить хороводы и в этом зале. Как правило, дети ответственно готовятся к празднованию Нового года. Елку принесли, еще не поставили. Мы будем сегодня ее ставить. У нас будет утренник в садике. И большая часть малышей ждет исполнения самых заветных желаний, о чем накануне праздника сообщают Деду Морозу. Я написал: «Здравствуй, Дедушка Мороз. Я хочу подарок Королевства Львов, Лего Выш». Первые впечатления отличные. Дети рады, дети веселятся, и актеры, и малыши, которые приходят к нам. Все довольны, очень нравится. Отдача, предновогоднее настроение, отдача от детей, настроение, всего замечательно. Стать гостями новогодних утренников в Центре детского творчества может любой житель округа. Дед Мороз со Снегурочкой будут радовать там детей до конца недели. Ольга Муравьева, Александр